Вопросы паллиативной помощи и обезболивающей терапии сегодня обсуждали краевые врачи в стенах онкоцентра «Надежда». Подобные конференции проводятся регулярно, в том числе в связи с актуальными изменениями законодательства в этой сфере. В связи с изменением законодательства мы в течение 4 лет обеспечиваем пациентов паллиативного профиля на дому медицинским оборудованием, медицинскими изделиями. И, в принципе, это возложено на наше отделение выездной патронажной службы из Федерального фонда правительства Российской Федерации выделяются средства. Вообще использование наркотических и психотропных препаратов с целью эффективного обезболивания выросло по всей России. С 2014 года более чем в 10 раз. Причина тому – увеличение выборки. Населению становится доступно все больше подобных лекарств. Большинство из них – это разные формы морфина. Работа ведется и по импортозамещению, например, торгина. Его поставки в 2025 году можно ожидать с Московского эндокринного завода. Изменения также затронули специализированное питание, которое теперь доставляют на дом не только онкобольным. Если раньше пациенты могли получать в рамках ОМС при прохождении специализированного, я имею в виду онкологическое заболевание, то сейчас все пациенты паллиативного профиля даже в амбулаторных условиях будут обеспечиваться лечебным энтеральным питанием. Сейчас в Алтайском крае более 5000 паллиативных пациентов нуждаются в обезболивающей терапии. В прошлом году было небольшое снижение этого числа. Но эксперты утверждают, что необходимых обезболивающих заказали даже больше. Причина все та же – расширение выборки. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.